Жизнь на Земле возникла в степи Туран. Такое сенсационное заявление сделал известный профессор Рахман Алшанов. По его словам, следы первых астероидов, упавших на нашу планету, обнаружили на территории Казахстана. Ученые нашли 4 крупных кратера. Они определены под Актобе, вблизи озера Балхаш и Аральского моря. Профессор говорит, что, изучая священную книгу Зороастры Авеста, он пришел к выводу, что жизнь на Земле произошла именно на землях Турана. По словам Рахмана Алшанова, Авеста – это не только религиозная книга, но и научный труд, написанный в хронологическом порядке. Поэтому на основе этой книги ученый написал свою под названием «Тайна 20 тысячелетий. Поиски и открытия». Книга издана на казахском и русском языках. В книге Авеста зафиксированы события, которые происходили 4,5–6 тысяч лет назад. Все это было на нашей земле. Сам человек, написавший Авесту, родился на берегу Аральского моря и жил на севере Турана.